Саша, по-моему, ты меня опять потерял. Я здесь. И как ты думаешь, что я собираюсь сделать? Конечно же, поужинать. Но не одна, а в компании очаровательного молодого человека, у которого уж точно очень много поклонников. Итак, у меня в гостях экс-солист группы Smash Сергей Лазарев. Привет, Сереж. Привет. Очень здорово, что ты зашел сегодня к нам в гости, потому что, ты понимаешь, тема программы сегодня соответствующая. Расскажи, у тебя больше поклонников или поклонниц? Поклонниц больше, естественно, как у любого исполнителя мужского рода, да, у мужского исполнителя обычно больше поклонниц девушек. Вообще, фанатская любовь, любовь поклонниц, она непредсказуема, ты не знаешь, что ждать от людей. И каждый раз по-разному ты не знаешь, как реагировать. Ну вот у тебя есть, наверное, девушка. Мы с ней расстались, да. Одной из причин, конечно же, тяжелая для нее была такая, скажем, ноша выдерживать большое внимание. Да, вот, наверное, может быть, вообще страшно куда-то выйти в таком случае с девушкой. Долгое время, поэтому ни я, ни Влад не показывали своих девушек и вообще говорили, что у нас девушек нет, потому что действительно это ответственность большая. Когда ты афишируешь свои отношения, тем самым ты подвергаешь второго участника этих отношений на какую-то, может быть, даже опасность. Все-таки так ты и не рассказал о поклонницах что-нибудь незаурядное. То, что не показывают по телевизору, Не показывают по телевизору 20-градусный мороз, когда там девочки стоят, ждут целый день около подъезда. У них даже существует такой прям разработан план дежурств. Кто когда, значит, да конечно, это все. Это же целый мир. Мне обидно и жалко их, потому что они стоят на морозе, еще же они пытаются, чтобы одеться зимой хорошо, красиво, чтобы без головного убора. Я с ним говорю, так, чтобы в следующий раз была шапка. Я пытался по-разному с ними общаться. Вообще это надо найти. Как отвечать надо, например, когда тебе хамят в лицо, да, чтобы привлечь внимание. Как? Вот как отвечать, да? И вот это долго находишь. И, естественно, надо никак спокойствием, и надо человеку выговориться дать. Обратная связь очень нужна для артиста, чтобы знать в лицо, кто твой фанат, кто твой поклонник, вообще, что это за люди, которые, собственно, делают тебя как артиста. Ну, а вот какие-то случаи где-то в обычной жизни, в магазин? Почему-то, когда я выхожу в супермаркет... Ты же, наверное, больше один без охраны, да? Ну, я обычно хожу все равно с кем-то, обычно охранник со мной присутствует, безусловно. Реакция там продавщицы, а вы что здесь делаете? А как же вас туда занесло в наш, значит, супермаркет? Ой. Почему-то ощущение у многих, что артист — это вообще другое измерение, другая планета, и очень недоступный какой-то... Сходить в супермаркет, это точно артист не ходит, это кто-то за него ходит нормально, так же со списочком, как и все, так что мне надо купить. Поэтому это артисты те же люди, просто у нас иногда люди думают наоборот, что это какие-то монстры, роботы, и вообще живут они не на земле. Ну, один раз я уже сказал, что приехала ко мне девочка жить с чемоданом. То есть приехала, сказала, я приехала к тебе жить. Вот. Домой. Домой, да, естественно. Ну, не все, но большинство уже, конечно. Где ты живешь? А где? Давайте сейчас адрес скажем. Тогда просто мне уже соседей жалко, честно говоря. Потому что порой это и крики какие-то, и, безусловно, когда у тебя под окнами постоянно сидит кто-то. Это тяжело. И иногда для меня это тоже тяжело. Потому что всегда нужно быть в каком-то тонусе, в каком-то в приятном настроении всегда, в каком-то хорошем настроении. Нельзя просто. И даже когда у меня плохое настроение, я все равно думаю, ой, Сереж, как дела? Никогда нельзя ответить там, плохо все у меня. Нет, все хорошо, все замечательно, потому что эти люди не должны видеть твоих проблем, потому что вот это вот название «звездная болезнь», которое, в принципе, мне кажется, что оно придумано теми людьми, которые были обижены артистами. Конечно, хочется иногда отключиться, сказать, что работа, я на сцене артист, в жизни вот как-то пытаться, но... Кто-то сказал, один человек, там я не помню кто, что мы рады, мы хотим популярности до того момента, как она приходит. Да, потом это становится сразу тяжело. Но, тем не менее, не знаю, это часть жизни, часть профессии, и надо с достоинством, например, это принимать. Понятно, спасибо большое. Спасибо. В общем, поклонники – это хорошо. Поклонники – это хорошо, и артист должен ценить своих фенов, своих, даже фанатов. Все равно это те люди, которые делают самого артиста. Спасибо большое. Спасибо, Сереж. Сергей Лазарев специально для шоу «Кто на новенького?».